Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 12 Lite, и сейчас я покажу вам, как включить или выключить таймер в камере. Итак, для этого мы открываем камеру, далее нажимаем на три точечки в правом верхнем углу. Здесь у нас есть строка с камерой, с таймером, вернее. Далее мы можем выбрать 3 секунды, 5 секунд или 10 секунд. Выбираем и проверяем, как это все дело работает. И на этом все. Спасибо за просмотр и ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.